Друзья, есть ли жизнь на Марсе, нам это неизвестно. Но мы знаем точно, чтобы получить космические кредиты, нужно иметь космические планы. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Вы выдаете кредит малому бизнесу? Да, только этим и занимаемся. У меня есть куча идей, у вас есть куча денег. Если две кучки соберем, такая куча получается. А поближе к теме можно? Конечно. Вы когда-нибудь задумывались, есть ли жизнь на Марсе? Нет. Вот вы мне даете 3 миллиарда, я лечу на Марс, все, я звезда. Все? А как вы собираетесь возвращать деньги в банк? Элементарно. Хочешь узнать, есть ли жизнь на Марсе? Отправь смс на номер 999. Все? Я кредит погасил? Мне все понятно. А где это? Вот. Спасибо, что обратились в наш банк. Оставьте свой телефон, мы обязательно с вами свяжемся. Мне это уже читали. Смотрите. Как раз для вас. Вы даете 500 миллионов. А рублей, долларов? Не принципиально. А покупаем большой обогреватель. Ставим в центре России, включаем его, в России становится тепло, никто газом не пользуется, «Газпром» дешевеет, покупаем «Газпром» и резко выключаем обогреватель. Все, прибыль делим 50 на 50. Не, я хочу 70. Хорошо, 70 на 70. Что, математик, до свидания. Все, извините, до свидания, подождите, мне нужно работать. Кофе? Какое кофе? Ну, это деловая встреча, обязательно кофе нужен, правда же? Наташа, сделай два кофе. О! Спасибо, Наташ. Спасибо. А почему Наташа в бикини ходит, да? А просто нужно было вовремя за кофемолку кредит погасить. Хорошо, есть еще идея. Хочу снять фильм в формате 8D. Это как? Не знаю пока, но идея заводит. Люди по разу, по-любому сходят. Что-то какое-то... Сынок, да. Пришла кредит погасить. Спасибо, бабушка, все хорошо. Последний взнос, вы больше нам ничего не должны. Интересный банк. Еще идея. Берем обезьянку, делаем татуировку, учим читать рэп, когда мы в клубе. Это уже было. Да. Надувной ледовый дворец. Зачем? Сейчас не нужно. А в 2014 году кому-то может и понадобиться. Так, еще идеи есть? Да. Частная милиция. В смысле? Вы когда-нибудь задумывались, почему у нас милиция такая? Потому что конкуренции нет. Так. Ну а прибыль в чем? Ой, прибыль в чем? Открываем новую милицию, приглашаем тех, кого уволили старые. А уж эти ребята знают, где прибыль. Вот. Слушайте, интересно, можно ваш паспорт? Возьмите паспорт. Это не ваш паспорт, вы аферист. Как будто деньги ваши. Так, все, вы мне надоели. Охрана! Охрана, выведите его, пожалуйста. Я смотрю, здесь вся страна за кофемолку должна. Хочешь, угадаю? Ипотека! Сирка, пойдем. Хорошо, на Марс не лечу. Никаких но есть Марсов. Последняя идея. Собирайте команду КВН, едете в Москву, все эти идеи рассказывайте. Люди смеются, а умные люди еще и записывают. Очень талантливые казахи.